Sessel da liegen. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Спасибо, что вы нашли время. Желание объединиться с нами. Я вас приветствую от имени Березкова Галлова Владимира, с которой многие из вас, наверное, уже знакомы. Я от его имени приношу извинения, что его лично нет сейчас через этим столом. Вы, наверное, заметили, что наш город максимально интенсивно готовится отметить свой день рождения через 3 дня. Поэтому параллельно наслаивается очень много мероприятий и подготовительных, и представительских. Ну и все, что как бы касается подготовки очень массовых событий. Я надеюсь, что не очень большие сложности для вас составили вот эти вот ремонтные работы. Но когда идет модернизация, это движение вперед. Это может быть неудобно, но это приятно. Я еще раз поблагодарю за то, что мы стали вместе на этот непростой путь. Опыт, наработанный в Германии по дошкольному и школьному образованию. Также опыт, который есть в отечественной системе педагогики. На мой взгляд, удачно может совмещаться. Для получения результата современного подготовки, воспитания детей будущих жителей Объединенной Европы. Как мы договаривались ранее, когда встречи были с городским головой, с другими специалистами, городской глава поручил службам готовить 19-й сад. И уже ряд технологических вещей, ремонтных работ выполнены. Либо в стадии исполнения согласно графика. Поэтому я еще раз благодарю вас. Благодарю представителей государственного университета господина Спиваковского, который имеет талант находить успешных людей. Направлять их просто достижение успеха. Результат. Спасибо, что меня выслушали. Wir haben vor mehr als 9 Jahren eine Partnerschaft mit der Universität Cherson eingegangen. Der Verein, der St. Elisabeth Verein aus Marburg. Und das Evangelische Frühschulseminar in Kassel. Der St. Elisabeth Verein ist führend in der Erziehungshilfe in Deutschland. Елизавет Ферайн является ведущей организацией по помощи молодежи в Германии. Und das evangelische Frühschulseminar hat eine mehr als 100 Jahre alte Tradition als Ausbildungsstätte für
педагогам. Евангельский флюгель-семинар имеет более чем столетнюю традицию подготовки педагогических. Wir beide zusammen haben überlegt, was können wir an pädagogischen Prozesse initiieren. Мы совместно обдумывали, какие же педагогические процессы мы могли бы инициировать вместе. Ein Standbein ist das Kinderheim Antonovka. Таким образом возник детский дом Антоновка. Und ein zweites Standbein sind wir jetzt gerade dabei, in Kooperation mit der Stadt und der Universität zu schaffen, einen Kindergarten nach der Vogelpädagogik. И второе, теперь кооперация с университетом и городом Херсоном, это Флюгельский детский садик. Wir haben mit Herrn Nikonov einen Unterstützer bei der Suche nach einem Gebäude gefunden. Мы нашли поддержку в лице господина Никонова, который нашел здание для детей. Und der Prozess ist jetzt so fortgeschritten, dass der Kindergarten in der nächsten Zeit, im nächsten Jahr, eröffnet werden kann. И процесс так хорошо продвигается, что будет уже в следующем году детский садик. Wir haben als Verein Antonovka in Deutschland Spenden gesammelt. В Германии существует организация, называемая Антоновка, которая собрала деньги, пожертвования. Damit wir den Kindergarten für pädagogisches Material, für didaktisches Material, für das medizinische Kabinett und für Möbel unterstützen können in einer Summe von 10.000 Euro. Для того, чтобы мы могли поддержать открывающийся детский сад тем, что будут закуплены специальные дидактические материалы, например, педагогики, оборудован медицинский кабинет и приобретена мебель для этого садика в размере 10 000 евро. Geld ist nicht alles. Wir wollen auch weiter die pädagogische Arbeit unterstützen in der Diskussion mit der ukrainischen Fröbel Society. Но деньги – это не весь наш вклад. Мы хотели бы еще педагогическую поддержку оказывать посредством дискуссии с Фрёбельским обществом Казанского университета. Und der Universität Kherson bei dem Lehrstuhl für frühe Pädagogik. А также непосредственно с университетом Херсон, именно кафедрой дошкольной. Das bedeutet, dass wir Praktikantenaustausch haben, dass wir mit den Erzieherinnen, den Pädagogen vor Ort einen Diskussionsprozess haben, einen lebendigen Prozess. Это означает, что мы бы хотели производить обмен практикантами, поскольку дискуссии – это должен быть живой процесс. Ja, in nächster Zeit noch intensiviert werden soll. И который должен быть интенсифицирован в последнее время. Wir danken der Stadt Kherson, dass sie dieses unterstützt. Мы благодарим город Херсон за то, что он поддерживает. Dann Bürgermeister Salvo und Ihnen. Господина мэра Сальво. Und möchten Ihnen eine Sponsorenerklärung übergeben, indem wir uns verpflichten, eine Summe in Höhe von 10.000 Euro bereitzustellen, um... Wir möchten передать, вручить вам наше обязательство, в котором написано, что мы готовы предоставить сумму в размере 10 000 евро. Um die Materialien anzuschaffen, über die ich gerade gesprochen habe. Для приобретения тех материалов, о которых вы пришли. Спасибо. Мы кое-что еще пришли. Мы кое-что еще пришли. Если вы еще не знаете Кассель, то есть книга про Кассель. Und auch ein Buch, bei dem das evangelische Röbel-Seminar mit so groß ist. Und hier sehen Sie unseren Direktor, den Geber, den wir herzlich grüßen sollen. Das ist unsere zentrale Abteilung in Korbach.
Ja, und das ist Friedrich Fröbel. Это Фридрих Фрёбель. Der Begründer des Kindergartens. Который основал вообще детский сад как явление. Und ein Blick auf die Stadt und wenn Sie... Виды города. Спасибо, это очень познавательный, очень приятный подарок. Das ist sehr angenehm und sehr lustig. Das Wahrzeichen der Stadt Kassel ist der Herkules. Символ города Кассель – Геркулес. Ein starker Mann als Symbol für die Zusammenarbeit. С которым вы с удовольствием будете сотрудничать. Да, с удовольствием, во всех отношениях. Хочешь, разрешите мне тоже отмечать небольшой сувенир. И также представлены виды города. Hier sind auch die Ansichten. Во все его времена. Он всегда красивый. Спасибо. Спасибо большое. И то, что, безусловно, результативно наша работа будет успешна не только в момент открытия, церемонии открытия садика, а в том, что мы получим мощную практическую педагогическую площадку на юге Украины, где можно будет и через дискуссию, и через практические мероприятия, теоретический обмен развивать новую педагогику. Руководителю. Ну и когда мы приблизимся к торжественному моменту, безусловно, будем рады его видеть во главе вашей делегации. Еще раз большое спасибо. Может быть, есть вопросы текущие, либо пожелания? Подробно, я... Да, конечно, секунду, я только скажу, что уже спрашиваю. Сегодня мамочки уже хотят давать своих детей в этот детский сад. То есть это уже резонансное такое событие для нашего города. И мы этому очень рады. Я думаю, что наши немецкие партнеры тоже. Wir vertrauen da auch der fachlichen Unterstützung der Universität. Я очень доверяю профессиональной поддержке университета. Для нас это очень важно и ценно. Тем более, это моя альма-матер. Когда вы алюмни фон Берлин Стейт Университет. Да потом я стал чиновником. Когда-то в школе я преподавал историю, право. Это мы коллеги. И первый заместитель начальника городского управления образования. Виктория Жмурченко. Слушай, он очень важный вещь, что как бы замечательно перейти от теории, да, к практическому посещению объекта. Да, если мы говорили о пословицах, то есть хорошая славянская пословица в том, что один раз лучше увидеть, чем 10 раз услышать. Нам всем успеха Божьего благословения. Как можно более скорейшее следующее встречи. Im nächsten Jahr, wenn der Kindergarten eröffnet wird, kommen wir wieder. В следующем году, когда будет открыт детский садик, мы приедем. С удовольствием. Спасибо.